Всем привет, дорогие друзья. Продолжаем проходить раньше симулятор. Значит, я попробовал лечь спать. Получилось лечь спать. Он спит просто на земле, оказывается. Просто у меня не было кнопок, я думал, что он не будет спать. Теперь мы можем легко пропускать с вами ночи и играть дальше. Так, нам нужен глоссарий. Это у нас нужно привыкать к кнопкам, да? Кнопочка G. Получается, нам нужна корова. Так, собирать молоко можно в бидон 2 раза в день. Так, можно будет приобрести автоматизированный доильный аппарат в магазине. Есть молочные и мясные коровы, которым нужен определенный бык молочный или мясной, и молочная корова приносит больше молока, чем мясная, да? Мясная приносит совсем чуть-чуть, получается. А курочки у нас проснулись, это у нас первый их день жизни на нашей земле здесь. Нам нужно бы, наверное, куда-то собирать какахи на будущее, да? Нам нужно, наверное, будет купить компостер. У нас сейчас с вами денег 195. Мы сейчас отправляемся за бидоном. И еще у меня появилась небольшая идея. Так, стоп, подожди. Небольшая идея появилась, пострелять все-таки, попробовать животных, продать мясо, остатки и сдать квест, получается, охотнику. Это нам придется сейчас ехать искать оленей, но мы для начала отправимся и посмотрим бидон в магазине, да? Так, магазин у нас находится вот туточки, а мы находимся вот туточки, да? Еще у меня есть такая тема в голове, то что, возможно, корова, она не кушает сено. Вот это, которое мы покупаем в мешках. Да господи, проедь. А сено нам нужно какое? Сено нам нужно, нам нужна трава с улицы. Поэтому нужно будет делать загон деревянный. И это, скорее всего, будет прям в срочном порядке. Да что такое, я еще буду час здесь торчать сегодня или как? А прошлая серия маловатая получилась, потому что там были вот эти вот неполадочки, значит, такие. У меня там оборвалась запись, мы склеили ее из двух, получается, и получилось она всего лишь на 16 минут. Но я думаю, ничего страшного. Пиши в комментарии, конечно, какую ты хочешь видеть серию длиной. Мне очень интересно это. Обязательно пиши. Лайки тоже ставить не забывайте. Так, мы смотрим инструменты. Нам нужен бидон, да, по-моему? Давайте-ка еще раз прочитаем, а то я что-то не до конца уверен. Так, корова. Нам нужен бидон, да. Бидон, кстати, ни много ни мало 135 баксов стоит. Вот. Давайте мы сейчас сразу же поедем, попробуем подоить корову, посмотрим, что у нас с этого выйдет. Мне кажется, нам сейчас сразу нужно будет загон строить. Ой. Да опять-то, что такое? Короче, загон нужно строить, чтобы коровка кушала травку, коровка была довольна. Но надо, чтобы травка еще и успевала расти, я так понимаю. Но если судить как по Майнкрафту, вот раньше в Майнкрафт катали, да? Там трава заканчивалась. Ну типа, нужно было время, чтобы она заново отросла. Так, все, вроде заглушил. Так, давайте подойдем. Я не забрал бидон, твою мать. Сейчас заберу и продолжим. Так, друзья, увидел я тут оленятку. Значит, такие. Мы сейчас начнем небольшую охоту сразу же. Заодно с вами. Так, я что-то боюсь стрелять лишний раз. У нас еще и патронов обоими нет. Она забегает прямо на наше ранчо. Она не понимает, куда она прибежала. Я, во-первых, забыл бидон, во-вторых, у нас сердечки летят над курочками. Над курочками и петухом. Твою мать, я боюсь, что я промажу. Ну, именно вот так мы и будем охотиться. Я не знаю, как часто спавнятся медведи.
Я вообще попадаю? Куда я стреляю вообще? А след кровавый будет? Интересно. А ему, наверное, вообще всего лишь 2 патрона нужно, нет? Слушайте, мы прямо возле ранчо, мы, в принципе, можем с вами разделать, попробовать, да? И тут всего лишь 3 кусочка мяска, да, получается? Господи, мы сейчас еще это мясо с вами повезем, это вообще капец будет. Это будет очень долго, наверное. Так, сложим его вот здесь. Главное его сейчас еще найти и не упустить, да? Где оно? Вот оно, мясо. В принципе, мясо довольно приметное. Мы поди его не потеряем с вами. Так, у нас там уже спариваются курочки, значит, таким. Будем мы зарабатывать с вами на молоке. Будем пробовать подниматься как-то так. И, наверное, надо все-таки загончик бы сегодня построить. Потому что без загончика, ну, я не уверен, что она будет кушать сено это. Может быть, она его будет кушать, но она будет меньше давать. Я не уверен. Я не уверен, что она вообще будет пить из этого ведра. Скорее всего, нам нужно будет с вами ведро. Блин, у нас машина никак не отмечена. Я ее не просру сейчас. Скорее всего, ведро нужно будет малированное, большое, железное. Я думаю, что ей было бы удобно свою харю сувать в такое ведро и пить оттуда, потому что как бы у нее харя большая. И вот. Так, а где моя тачка, чувак? Где мне ее взять теперь? О боже, я потерял машину. Так, ехал я куда? Ехал я вот здесь где-то. Вдоль от магаза, да? Так, и где она? Божечки, еще одна проблема. Господа, искал я машину и нашел еще 2 оленей. Прям здесь же, вот прямо тут же. Надо бы нам как-то их пришвартовать немножечко, да? Господи, это так тяжело. Теперь мазать вообще нельзя. Тут, оказывается, еще есть и отдача. То есть ты в приседе, учитывая, в прицеле стреляешь, да? И ты все равно не можешь попасть. И, по-моему, нужно всего лишь 2 патрона. Кстати, это не считается за хищника. Нужно срочно искать машину, потому что мы просто, я не знаю, как нам действовать дальше. Нам нужно перевозить мясо. А его перевозить нужно на чем? Запоминаем вот это место. Ищем тачку. Итак, я нашел нашу машину. Буквально чуть-чуть пробежался. Так, едем быстрее к оленю. Собираем с него нахрен все мясо. Так, чувак, мне сейчас не до тебя, я сегодня стреляю много. Я сегодня немного опасный, вот. Лучше ко мне сидеть и подходить. Так, мы подъезжаем, значит, вот сюда. Хватаем оленятку. Верно говорю? Верно. Так, мы делаем вот так вот. Мы делаем вот так вот. Нам надо уже будет наконец-таки купить этот вонючий контейнер. Надо будет купить какую-то переработку мяса, чтобы делать или какие-то котлеты, или сосисоны. Это тоже важно. Вот. Теперь мы едем на ранчо, забираем остатки мяса. Доим корову, едем продавать мясо сразу же. Пока что продаем мясо просто в сыром виде. Нам его никак не переработать, ничего не сделать, пока оно не испортилось. Я не знаю, портится ли здесь мясо или нет. Но ты обязательно мне об этом напиши в комментах, чтобы я знал, как бы. Если ты шаришь за эту игру, хоть немножечко, я бы хотел об этом узнать. Вот. Так, мы оставили мяско где? Мы оставили мяско здесь. Это, видишь, ты медь. Нам уже нужно будет заправить канистру еще. Так, мы берем мяско здесь. Ну, если мясо не портится, то это вообще имба. В принципе. Ну, я бы знал об этом, портится оно или нет. Слушайте, а если читануть? А если читануть на букву G, да? Ой, ты куда? Ты чё, дурак? Кушать хочешь? Нет, она не хочет.
Жмите Е, чтобы управлять. Жмите Е, чтобы отпустить. А как? Как ее это? А как тебя? Быженочка. Быженочка, подожди. Как тебя? Ой. Короче, Е это кидать, да? Она что-то обижена, походу, на меня, слушайте. Это ей не нравится. А как бидоном? Как корову доить? Бидоном. У нее вон вымя какое-то. А может быть ей надо, чтобы это? Нет, слушайте, она кушает здесь. Все замечательно. И пьет. Ой, я его как-то открыл. Чё сделать-то? Как? Быть-то? Может, она еще не готова? А может быть, надо, знаете, что? Может быть, надо быка, чтобы он ее плодотворял, и тогда она будет молоко нести. Коровы же, по-моему, беременные только несут, да? Так, у нас тут еда заканчивается, а я покупаю херню всякую, да? Ладно, поехали, попробуем продать мясцо. Я там видел еще одного оленя сразу рядом. Мы его, не знаю, найдем или не найдем. Посмотрим, сколько будет стоить сейчас мясцо. И, кстати, мы убиваем не хищников, как оказалось, да? А нам надо с тобой убивать хищников, получается. Блин, какое-то управление у машины, я не могу привыкнуть. После пабга вообще как-то не то. Так. Так, ну значит, такие, заезжаем в магазин. Да, камера тоже очень классно передвигается. Она очень медленно двигается мышкой. Может, это из-за того, что я занизил сенсу. Но если бы я ее не занизил, было бы просто нереально стрелять вообще. В целом. Как бы. Как бы в целом. Как бы в целом. Еще глушим тачку. Заходим. И пробуем продать. Нажимаем на продать. У нас есть 6 кусков дичи. Это будет $90. Хорошо. Хорошо, замечательно. А патронов у нас с вами сколько осталось? Патронов осталось 6. Поэтому давайте попробуем купить патроны. Так, а животные, еда, инструменты. Патроны $40 стоят 24 штуки. Кстати, нужно с патронами быть поосторожнее, потому что патронов это маловато. Так, мы можем размахивать стволом прямо здесь, я так понял. Бери. Взять. Так. Да, все хорошо, ревик заряжен. Так, мы отправляемся, значит, сейчас с вами. Мы сейчас с вами отправляемся к охотнику. К охотнику. Мы едем просто прямо туда, куда мы смотрим. А, мы к охотнику не отправляемся. К охотнику нам еще рано. Мы едем сейчас охотиться, искать. Искать, получается. Блин, я не знаю, сколько стоит заправка. Нам бы так-то заправиться бы не помешало. Так, видел я оленьку, оленятку, еще оленьку, оленятку еще где-то здесь. В лесу, да. Возле дороги она прям бегала. Где-то вот здесь по правую руку получается. Либо по левую. Так, оленячье мясо, значит, это не хищник. Нам нужен, значит, получается, медведь. Нам нужен медведь, да. А я думал, тут без промаха, типа, стреляешь. А у него, видать, все-таки что-то какая-то оплошность в этом деле идет. То есть стреляешь в приседе, в прицеле, и оно попадает куда-то в дерево. Хотя у тебя, по сути, ну, маркер, да, метка наведена на самого оленя. А ты стреляешь какую-то задницу все равно. Так, ну я сейчас найду, господа, попробую. Нам нужно... А, нам нужно еще сейчас заправиться будет попробовать, да? Так, хорошо. Хорошо. Или заправляться можно только из канистры. Ну, хотя это было бы вообще не круто. Да, если было можно заправляться только из канистры.
Ну что? Так, все. Поехали дальше. Короче, ищем и продолжим. Так, я нашел волка. Я нашел волка. Стоп. Нужно выключить двигатель. Так, мы берем пистолет. Я надеюсь, что он нас не сожрет сейчас. А, он ваншотится, кстати, волк. Замечательно. А, мясо. Не говорите, что с него не взять мясо. Можно взять мясо, два кусочка. Короче, мясо всегда выглядит одинаково. Я так понял, что размер мяса зависит от самой туши, да? От самого волка или там медведя ли ты убил. Вот это большой кусок, этот поменьше. Как-то это странно, интересно выглядит. Так, едем искать дальше. Едем искать дальше. Так, итак, господа, я нашел медведя. Я нашел медведя. Медведю нужно 4 патрика, да? 3 и 4. Я надеюсь, ты умер, братишка. Да, все хорошо, разделать. Так, с медведем мы получаем 4 сытнейших просто кусочка мяска. Замечательно. Так, забираем. Забираем эти кусочки мяса. Едем искать дальше. Может быть, где-то еще рядом есть один медведь, потому что тогда я находил их было двое. Приехал я к реке. Смотрите просто, какие виды. Какая это красота. Какая-то все-таки красота есть в этой игре. Имеется, да? Не могу я что-то найти пока никаких животных. Конечно, я проехал совсем чуть-чуть. Слушайте, а тут, наверное, у нас бабушка, да? Мы где сейчас находимся? Да, мы находимся возле бабушки. А, это не бабушка. Ты кто? Кто дядя? Деконструкция, стройка, доставка трейлера, сокровища древних. Угу. Ну, то есть мы можем еще здесь так-то помочь, но я боюсь, что у нас испортится мясо. Давайте-ка мы пока что здесь не будем сейчас обитать. Мы сюда обязательно приедем, мы запомним, где это находится. Это вдоль реки, получается, в самом конце. И, наверное, тут где-то могут быть животные, потому что мы же тут с вами вообще не бываем так. Ищем, продолжаем, получается. Так, господа, стоит мне только поставить на паузу, я сразу же нахожу какую-то животинку, да? А, давайте мы сейчас вот этого медведя подрихтуем. Я боюсь, что я в него попал мало, поэтому я стреляю немножечко заранее. Ну, в принципе, все норм, все норм. Я просто не знаю, что будет после смерти, не хотелось бы умереть. Умереть тут, я так понял, можно только от животных. Вот таких, да? Так, друг на друга нельзя, да, складывать мяско? Именно для этого нужно покупать какой-то контейнер. Контейнер. Мы сейчас едем, быстро его продаем, пока у нас не закрылся магазин, если мы успеем. Если мы не успеем, это будет печаль-беда. Печаль-беда, тоска будет у нас. У нас будет тоска, печаль и беда. И снова тоска. Так, слушайте, у нас не влазит мясо. У нас не влазит мясо, это проблема. Проблема вырисовывается. Что делать? Что делать? Перекладывать все мясо заново, что ли? Покомпактнее как-то. Капец, это жопа полная вообще. Так, делаем вот так. Короче, сейчас продолжим. В общем-то, уместил я как-то вот так все мясо. Влазит у нас еще буквально пару кусочков. Едем быстрее к магазину, пока он нахрен не закрылся, потому что магазин сейчас закроется. Едем. Пробуем ехать с фарами, кстати. Потому что с фарами мы ездим редко очень. А тут у нас какая-то гора, я так понимаю, да? Нет, не гора. Вообще ничего не видно, даже с фарами. Ну, фары светят, но они светят немножечко вперед. Как бы. Но нам нужно светить куда? Нам нужно светить далеко. Фары совсем ни хрена не освещают. А свет тут только один режим. То есть только ближний, получается. Или это сразу какой-то средний режим идет, не знаю. И ближний, и дальний, да? Ну, это как бы машинка-то какая? Не какой-то автомобиль там конкретный. Чтобы там был и ближний, и дальний. Это вообще гольф-кар какой-то. Или что-то для перевозки, не знаю, создано.
Какая-то, может, самоделка. Переделанная, да, тачка? Под грузовую. Господи, как темно. Я вообще не понимаю, где мы, что мы, кто мы. Еще дожди нахерачат, это ужас. Наверное, магазин уже закрыт, мы, наверное, не успели, да? А, нет, слушайте, мы, по-моему, успеваем. Так, выходим. Быстро. Очень быстро продать. Продать все 150, хорошо, хорошо. 250 баксов у нас уже есть. Кстати, охотиться для начала неплохо. Если ты начал с вонючих куриц, которые тебе ничего не приносят, то охотиться это четко. Так, мы едем на ранчо спать теперь. Мы едем на ранчо спать, нам нужно захватить с собой бы канистру, заправить ее сразу же. Потому что у нас там еще лесопилка, да. Так, а мы еще сейчас будем для коровы, наверное, делать загон. Хотя, в принципе, если она пьет и делает и то, и то, и то, и зачем, типа, делать нам загон? Я бы, на самом деле, перечитал бы еще раз все, что там написано про корову, для коровы. Так, давайте сразу сохранить. Еще раз на всякий случай. Так, вдруг не нажал. И спать. Вот, я бы еще раз перечитал. Сейчас еще раз перечитаю, и мы посмотрим, что с этим делать. В общем, не хватает информации в игре. Я вычитал то, что нужно. Нужно корову доить. Нужно корову доить нам. Нам доить ее нужно. Так, машина заглушена, все хорошо. Нам нужно ее доить в железное металлическое ведро. Получается так. В железное металлическое ведро мы ее с вами доим. Короче, потом съездим за топливом. Нафиг оно сейчас нужно. И это нужно переливать как раз вот в эту вот, как она, как ее называют, в бидон. Вот я сейчас гоняю до магазина, и мы с вами продолжим, уже начнем доить корову наконец-таки. Очень удобно, когда у тебя есть пауза, потому что ты можешь бегать пешком за ведром. Нам бы, конечно, купить еще похавать курочкам, потому что у курочек уже ноль, я смотрю. А курочки, наверное, сильно хотят кушаться. Нет, курочки пока кушаться не хотят. Тут у нас у ребяток уже тоже закончилась еда. Возможно, кстати, ее размывает дождь, но это не точно. Вот, где наша корова? Да, вот корова, подходим вот так. Начать доение. Начать доение. А, Д. Не кричи давай, не кричи. Боли мы тебе больше не доставляем. Мы все делаем аккуратно, четко, слаженно, тактично. Так. АД. Сколько, интересно, будет стоить молочко? Нет молока. Она начинает кричать, когда нет молока. То есть это два раза в день она дает молоко. С одного раза мы с вами наполняем 7 из 42. Прикольно. Прикольно. А закрыть нельзя? Никак? Ну, пусть будет так тогда. 7 из 42. Коровка нарисована. Значит, мы с вами еще сюда вернемся. У нас 10 утра, дожди нахерачат вообще неимоверно. Мы, наверное, сейчас с вами сгоняем, купим покушать нашим животным, потому что у нас есть немного денежки, да? И нам бы можно сгонять было бы сейчас до охотников, потому что у охотника у нас... Охотника у нас что? У охотника у нас надо сдавать квест. Так, как раз это мимо магазина будет. Все, дело делаться. Можно было бы сразу, конечно, сгонять на тачке, а не бегать с ведром пешком. Вот. Ну да ладно. Как говорится, сэкономил, значит, заработал, да? Так, заезжаем мы сейчас к магазину. Заезжаем к магазину. Покупаем несколько паков еды. Ну чё ты, ну чё такое-то? Ну как вот теперь мне быть? А, вот так вот, понял. Тут немножечко как GTA-шки, да, управляется тачка. Угу. Так, мы закупаем мешки пшеницы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Пусть будет шесть, да, наверное, сразу же. Сразу же 6 мешков пшеницы, бак с водой. Ну, воду нам пока не надо, у нас было 2 бака, да. Патроны нам тоже пока что не нужны. Может быть, мы увидим еще животных, будем сразу же их стрелять. Как бы, почему бы и нет? Почему бы и нет? Можно купить, кстати, вот такой вот кулер, в котором можно перетаскивать мясо, да? Я так понял, оно в нем и не портится. А, денег у нас не хватает теперь, у нас 65 денег. Мы сейчас квест дадим, может, будет хватать. Так, надо нам сейчас как-то это все аккуратненько вместить. Вместилить вот сюда вот, в машину.
И мы поедем дальше. Получается, нужно отправляться до охотника. Я надеюсь, что 6 этих мешков влезет он здесь. А то что-то как-то они встают немного неровно, да? И вот мне кажется, последний-то мешок у нас как раз у магазина тут и останется на долгие эти, на долгие века. Нет, нормально. Нет, нормально, нет, все хорошо. Так, нам охотник должен выдать с вами ружье. Ружье получается. За то, что мы выполнили этот квест, да? И мы уже, получается, будем с вами владеть ружьем. Херачить с ружья, да? Вовсю. Так, вот у нас дорога к охотнику идет. Едем к охотнику, сдаем квест. Так, вот мы у охотника. Хорошо. Что-то лагает. Я убил всех хищных животных. Так. Ружье. Ружье он нам дал, а денежку? А денежку он нам не дал. Ну, в принципе, да, за что денежка? Че, типа, охерел, что ли, совсем? И ружье тебе, и денежка, нифига себе. Так, ружье-то у нас для чего? Ну, я так понял, животных больше никаких в игре нет, наверное. Наверное. Пусти зарядное ружье, это у нас карабин, я так понял. Это, скорее всего, немного скорострельное ружье. Это прикольно. Это прикольно в плане того, что можно гасить медведей очень-очень быстро. Так, сейчас я доеду до дома, и мы с вами продолжим. В принципе, да. Так, топливо утекает, но денег почти не забирает. Так, мы сейчас делаем что? Так, нам бы нужно с вами для курочек, для какашечек, точнее, купить тему прикольную, да? Высыпать на землю. Хорошо, немного за край высыпалось, я думаю, ничего страшного. Вот, нам нужно для навоза, получается, с вами купить тему специальную. Так, ты выходить не надо здесь. Так, и ты не открывайся вообще, не вздумай. Вот нам вверх нужно открыть. Так, кстати, вот здесь удобно вставать, вот так вот. Оп. Классненько. Так, значит, водичка у ребяток есть. И тут тоже у ребяток водичка есть, да? А можно проверить, сколько там? Эти 77, нормально. Нормально, четко. Все хозяйство кормим. Стоять, коровка. И высыпаем на землю. Все хозяйство кормим, все у нас хорошо. Кстати, вымя, по-моему, у коровы немножко меньше становится, когда с нее не взять молока, да? Так, я бы сейчас сделал скриншотик еще. Ну да ладно, это, наверное, мы сделаем потом. Так, начать доение. Можно подоить? Нет молока. Понял, все, остановиться. Все, больше не лезу, больше не лезу. Не стрессую тебя. Давай, делай все свои дела. Так, ребят, наверное, на этом мы с вами сейчас остановимся. Ой, чуть не убежала. Что-то гудит. А, он все время работал. То есть, когда ты на нем ничего не делаешь, он топливо не ест. И когда ты начинаешь пилить, начинает есть топливо. Нам бы что-то интересное построить бы, попробовать с вами так-то еще. Кстати, у нас тут любовь была у петуха и курочки. Будем смотреть за их жизнью. Может быть, тут ничего и не вылупится даже в такой сетке, как бы. А может быть, и вылупится. И кучка, по-моему, уменьшается не по краям, а она уменьшается с середины. Ну, то есть середина всегда остается, значит, будет улучшаться уменьшаться кучка в середину. Ну, то есть поедят они ее. Нормально на нее поедят и съедят. Вода, я не знаю, бесконечная или нет, в игре будем смотреть. В общем, так и все, ребятки. Все полезные ссылки в описании, там ТГ, ВК, донатики и все остальное. Все-все-все там. Увидимся в следующей серии. Давайте.